Сегодня, 14 мая, интернет-провайдер Novanet и Новочебоксарское телевидение запускают социальный проект к Международному дню защиты детей. Дорогие друзья, примите активное участие в социальном проекте Novanet и Новочебоксарского телевидения, приуроченного к Международному дню защиты детей. Поможем вместе с вами детям, страдающим неизлечимыми заболеваниями. Они являются пациентами детского паллиативного отделения 3-й городской больницы города Чебоксары. А в нашем родном Новочебоксарске также есть 56 семей, которым нужна эта помощь. Увы, без вашей поддержки этим детям будет очень тяжело. Вы можете им помочь. Принесите к нам в НКТВ, в наши офисы, то, что необходимо. Заходите к нам на сайт НКТВ-инфо. Там вся информация, какие подарки станут просто спасением. Детишки будут очень рады. Каждый из нас может сделать так, чтобы ребенок улыбнулся. А вся помощь будет передана в фонд имени Ани Чижовой и распределена нуждающимся семьям. А мы обязательно расскажем о ходе проекта в новостях Новочебоксарска. Подпишитесь на наши группы в соцсетях и будьте в курсе проекта. Пациентам детского паллиативного отделения требуются памперсы 5, 6, 7 размеров, фруктовые мясные пюре, новые игрушки с этикеткой, краски, карандаши, средства гигиены и другое. Все это можно принести в наши офисы по адресам: улица Советская, 45А, здание НКТВ, улица Винокурова, 28, торговый дом «Каблучок», и улица 10-й пятилетки, 35, торговый дом «Ника». Поможем детям вместе!